Пожалуйста, представься для всей школы, потому что мы все с таким удовольствием тебя встречаем. Расскажи, как тебя зовут, и где ты находишься географически, и как там погода. Здравствуйте, Хасай Магомедович. Наталья меня зовут. Живу я в Германии сейчас уже последние 13 лет и занимаюсь преподавательской деятельностью. Переводами занимаюсь, а последнее время вот учу всяких разных людей, которые учат немецкий как иностранный язык. Вот. Но у меня очень просто большой круг интересов, широкий. Меня разные вещи интересуют. И я очень рада, что мое любопытство привело меня и в вашу школу. Очень этому рада. И вообще я рада возможности просто с вами поговорить. Это большое счастье, когда вот так вот такое желание испытываешь и такие ощущения испытываешь, когда с человеком разговариваешь. Спасибо, спасибо, слушай, ну вообще, спасибо. Ты мне настроение сразу подняла. Я очень рада. Да, честное слово. Тем более твое письмо. Меня так приятно меня поразило, когда ты начала с того, что о круге Сократа. В связи с мозговыми штурмами. Слушай, мы все время говорим о том, что скоро мозговой штурм. И я вначале даже там писал о том, что я пригласил 4 своих именитых друзей, которые там имеют большие реализации. Они известны тем, что они много хорошего якобы сделали. Но я почему говорю якобы? Потому что, ну, кто как считает, но они известные люди. Вот. И один только из них откликнулся. Остальные, я так думаю, знаете, посмотрели, что у меня всего там за 50 тысяч подписчиков, и думаю, что с ним связываться, время терять. Потому что у них там по 200, по 300 тысяч, понимаешь? То есть у них... Важно, какого качества эти подписчики, Хасай Магомед. Не всегда вот это количество... То самое... Какая ты умница! Вот я вот по твоему письму, да? Хотя мы об этом даже не говорили ни разу, ни с кем. Но по твоему письму понял, что ты такая умница, потому что... Ты вдруг такое там написала, что, оказывается, вот этот мозговой штурм, о котором я говорил, что мы там хотели объединиться и говорить, как быстрее науку человечности продвинуть во вселенной нашей страны, планеты, вот, и что они выкинут какие-то идеи, мы там синергетически в неконкурентном диалоге найдем какие-то неординарные решения, и сократим кризисы и войны, и эту пандемию к черту забудем. Да-да-да. Мозговой штурм – это хорошо, это известный инструмент. И им пользуются, например, вот пиарщики так называемые. Я тоже в этой сфере работала какое-то время. Public relations называется. Когда очень быстрый интеллектуальный креативный продукт надо выработать. Название для чего-нибудь или что-то. Но это очень поверхностно. Почему он называется штурм? То есть это, наоборот... На пике напряжения происходит. Вот ты напрягаешься, и что-то ты такое выдал, одноразовое. То есть, поэтому для меня вот этот вот мозговой штурм – это инструмент, он работает, но на узком сегменте, как мне кажется. И вот в связи с последним нашим вебинаром и с необходимостью выработать вот терминологию, как вы говорите, вот каждое понятие разобрать, что это все-таки такое, чтобы мы на одном языке говорили, я подумала, что более лучший инструмент или метод был бы здесь круг Сократа. Вот когда-то я об этом услышала, используется в педагогике очень часто, но это гораздо шире. То есть педагоги используют его для того, чтобы... Сейчас я расскажу поподробнее, как это Сократ делал из той информации, что до нас дошла. Вот. Но в педагогике это используется для того, чтобы углубить пройденный материал и закрепить его, и чтобы вот все обменялись, так сказать, своим видением проблемы, и вышли на уровень понимания другой, что невозможно как бы сделать ресурсами одного человека, да, все равно каждый видит со своей, так сказать, колокольни, со своей перспективы, со своей точки зрения. А вот то, что вот до нас дошла информация, почему круг Сократа, что он собирал своих учеников... Ну, это тот Сократ, настоящий Сократ. Да, не, да, да. Директор какой-то школы Сократ. Тот, да? Да, да. Вот он использовал этот метод для своих учеников, чтобы вот как бы их всех намагнитить и выйти на понимание как бы более глубокого уровня, более тонкого уровня вот каких-то проблем, которые каждый видит, опять-таки, по-разному, да?
но необходимое условие, чтобы как бы все эти ученики понимали, о чем они говорят, то есть изначальная какая-то информация должна быть, изначальный материал. И смысл этого вот это все наполнить, углубить и как бы понять, ну что ли, новым взглядом, каким-то объемным все это что ли увидеть. И вот он делал два круга, сажал один внутренний, другой внешний. И вот внутренний круг дискутировал на какую-то тему один за одним, роль учителя только направлять дискуссию. То есть очень аккуратно, так сказать, не вмешиваясь в процесс, аккуратно, в общем, всех направлять, вести. А потом он просил внешний круг обсудить то, что они услышали здесь, и потом они менялись местами. И как будто бы вот эта вот методика позволяла абсолютно, ну, феноменальные результаты получать. То есть понимание, что, в общем, к чему мы стремимся, чтобы мы друг друга понимали, чтобы мы говорили на одном языке, чувствовали, и чтобы все вместе общо как бы вышли на новый какой-то уровень понимания обсуждаемой темы. В зуме можно это сделать? Я думаю, что, наверное, можно, просто здесь сложно сделать с очень большим количеством людей. То есть нужно пробовать, сколько сам учитель охватить может. И вот когда люди общаются, то есть тут должно одно вытекать из другого. То есть последующий, вернее, предыдущий подталкивает последующего к, значит, каким-то его идеям. То есть вот, как я сказала, такая метафора, как бусины на нитку, вот это вот все это насаживается каждому представлению. И потом Сколько занимала у Сократа вот эта вот история вот этого обсуждения за раз, например? Ну, сложно сказать. Наверное, зависело от глубины темы, от подготовленности его учеников. Тут сложно сказать. Тут надо экспериментировать, наверное, чтобы это понять, как это работает с нашей темой и в наших условиях. Но это интересно. То есть если даже мозговой штурм этот работает, да, западное такое изобретение. Хотя я так думаю, что это элемент все равно круга Сократа, просто в таком сокращенном варианте, мне так представляется. Ну и самое интересное, я же хотел на этом мозговом штурме, чтобы эти мои друзья были обучены ключу, чтобы они перед тем, как выходить на этот штурм, сбрасывали у себя блоки, зажимы, обуревались одной темой. Именно, что ключ в сочетании вот с таким методом, мне кажется, должен очень здорово сработать. Ну да, если он на соревнованиях помогает золотые медали выигрывать, почему при интеллектуальной беседе такой, когда всех волнует одна тема, ну, конечно, тут спору нету. Вопрос только в том, что эти люди, о которых я предполагал, я-то, конечно, честно говоря, тоже думал, у них много подписчиков, и это нам прибавит в школе, понимаешь? И школа будет такая потом, ну, громкая, всемирная, мы всем людям поможем, меньше потребности в лекарствах испытывать, по-человечески начать разговаривать между собой, как-то сократим кризисы и войны. Я им это предложил, да, но они, вот видишь, по той или по тем или иным предлогам увильнули. Один Сергей Зорин, который меня познакомил в свое время с Терменом великим, который придумал первый электромузыкальный инструмент, термен «Вокс», он откликнулся, он говорит, любой момент. Но он, видишь, на самом деле беспокоится о человечестве, потому что он на самом деле, он меня не только с термен «Воксом» познакомил, он меня с космонавтом «Волком» познакомил, который был командир команды «Буран». Ну, короче говоря, от термин «Вокса» до «Бурана», понимаешь, знакомился с людьми, и он на самом деле настоящий. Ну, значит, он также чувствует, может быть, мир и ситуацию вот такую, да, глобальную. Да. Вами на одной волне, поэтому сразу такой резонанс у него возник. Да. А эти там по той или иной причине, там, у кого времени нет, у кого-то, я думаю, все-таки, вот так, если так говорить откровенно, я давал 10 дней для принятия решений. Прошло уже полтора месяца. Я думаю, один день хотя бы нашли позвонить и сказать, как дела там, вы живы-здоровы или нет, понимаешь? Ушли. Ну, бывает такое, Хасай Магомедович, бывает. Я им это не прощаю, потому что речь шла не обо мне. Речь шла о сотнях людей, которые находятся в разных странах, и мы все вместе создаем науку человечности. Да, вот как раз я хотела продолжить вашу мысль о том, что, да, вот есть люди, которые также чувствуют,
И неважно даже, где они живут. Вот я хотела тоже вам рассказать, что я интересуюсь и психологией, и психотерапией. Очень мне интересны исследователи, которые мозгом занимаются. И очень любопытно, что вот великие такие продвинутые мыслители, к которым я вас тоже отношу, как-то одинаково реагируют или что ли чувствуют, воспринимают вот ситуацию текущую, которая происходит с человечеством, одинаково и в своих работах вот это вот выражают. Может быть, у них терминологии разные, но, например, ваши мысли я вдруг вижу у психиатра Ханса Йохима Матца немецкого, который тоже говорит о том, что столько несчастных людей, и причина этому, что они не познакомились с самими собой. То есть их сущность, их личность — это две разные вещи, которые, в общем, раздирают их всю жизнь. Да? Это то, о чем вы говорите. Только он называет это «их», «я» и «зельбст». Это то, что как бы вот он это называет внутренним человеком или сущностью, то, что вот в нем самом. И такая же проблема, что очень многим людям по разным причинам забивается вот эта вот их внутренняя сущность, они не могут себя реализовать, не могут себя раскрыть, отсюда у них проблемы, агрессия, неспособность потом своих детей воспитать, и все это, в общем, по цепочке вот так вот бесконечно идет. Он даже ввел термин, который называется, сейчас я по-русски это скажу, нормопатология. То есть это как бы оксиморон, да, две вещи, которые взаимоисключают себя. И объясняет он это так, что если что-то раньше считалось не нормой, но теперь этим болеют или вот это имеют очень много людей, то это постепенно как бы переходит в норму. То есть это патология, но поскольку статистически это вот приняло такие масштабы, значит, это уже между нормой и между патологией. И вот как бы норма-патология, очень интересный термин, вот принадлежит этому человеку. Это современный психиатр, да? Это современный немецкий психиатр, да, который тоже, у него своя клиника, и, в общем, как бы тоже он такой очень человечный. Он тоже говорит о том, что если мы не поменяем вообще систему отношений друг к другу, не начнем друг к другу по-другому относиться и к миру, то, в общем, эта цивилизация просто погибнет. Вот еще один его коллега тоже схожие вещи с вами говорит, Геральт Хютер, например, такой, он тоже озабочен тем, что невозможно человека будущего воспитать современными методами школы и отношению друг к другу. То есть новый человек должен быть свободен, к новому человеку нельзя относиться как к объекту. То есть мы должны все друг к другу относиться субъект-субъект. Вот, а в школе, да, например... Какая прелесть, ну, да? Я вам просто немножко вот расскажу, накопилось, хочется с вами поделиться. Может быть, кому-то еще это будет полезно и нужно как-то. И с ними надо связаться. Запросто. Это очень интересные люди, а главное, что это очень хорошие люди. То есть такое сочетание самое важное сейчас, мне кажется, потому что... Вот вспомните, я, например, очень хорошо помню, когда в начале 90-х годов вот пошли вот эти жуткие мантры «хороший человек не профессия». Я вот очень часто думаю об этом. И это ведь очень страшно. Сначала над этим смеялись, как бы да, это не профессия, но это очень важно, это главное вообще. Да, да. И спустя много лет как-то мы вот это вот пожимали плечами, ну как бы хихикали с этим. Но это очень страшные вещи, которые... даже перемагничивают людей, да, то есть вот хорошее, вот как-то смешно это, ну и что с этого, и что ты с этого заработаешь, или да. Вот так вот. И вдруг я попадаю позже к другому человеку, который говорит, что хорошего человека можно чему угодно обучить, вот если как бы проверять с ним. Молодец. А профессионала, попробуй-ка ты, если он подлец, попробуй ты его сделать хорошим, ничего у тебя не получится. Ты знаешь, вот я тебе скажу, дорогая, я когда заключаю отношения какие-то с кем-то, деловые, я смотрю в первую очередь на человеческие качества. Потому что жизнь меня научила, какой бы он профессионал ни был, но если он не человек по человеческим качествам, о которой мы разбираем там у нас в школе, там, созидая эту науку человеческую. Если он не человек, обязательно всегда какая-нибудь гадость потом есть. Вот мой жизненный опыт тоже так же мне подсказывает, что должно быть вот это сочетание. Если оно есть, в первую очередь, вот это человек, а потом это профи. Тогда это вот работает очень здорово. Так вот, я вернусь... Извини, я не могу удержаться. Поэтому я там описал, критерии разработаем науки человечности. И внесем эти критерии
систему подбора и подготовки кадров на всех уровнях, от таксиста до министра и до президента. И тогда жизнь улучшится. Да, здорово было бы. Тогда было бы одно удовольствие со всеми. Мы с тобой на одной волне. Именно чешские качества должны быть базовыми. И поэтому твои немцы, о которых ты говоришь, что человека будущего надо воспитывать совершенно по-другому, ориентиру, по другому критерию. С этим практически занимаемся. Работать, во-первых, с неопределенностью, и, во-вторых, база – это человеческие качества. Да, и относиться ко всем нужно. Даже к ребенку нужно относиться с большим уважением и «Entschuldige bitte, ich bin beschäftigt, ich kommuniziere jetzt», окей? Я на примере тех, которые вот за полтора месяца даже не позвонили, не поинтересовались насчет этого мозгового штурма, а я им говорил, это очень важно, это мы поможем наконец миру, мы поможем вот с этой пандемией, мы поможем людям перейти ту грань и потом в будущем меньше болеть и меньше быть агрессивными. Да. И слились. И вот я тогда понял, что все-таки это был тот мыльный пузырь. Несмотря на то, сколько они говорили, что они там за народ, за людей, они там хотят, там, чтобы там и там семинары свои проводят, там и деньги, и не деньги, и все прочее. И сотни тысяч подписчиков. Оказывается, это мыльный пузырь. И он лопнул, сам лопнул. Понимаешь, вот как сейчас говорят там по интернету, что сейчас эпоха таких перемен, когда вот кризис сам очищает, оставляет именно то, что нужно. Ну, как это и бывает, и выживание, когда происходит какое-то. На самом деле самые люди, даже трусливые, которые казались бы, они вдруг спасают отряд, они вдруг там... какой-то там несчастной ситуации, протягивает руку помощи. Да, от которых как бы даже не ожидаешь. Не ожидали, да. И вдруг вот такая вот реакция. Еще очень интересно, этот вот Хютер второй, он мозгом занимается. Он тоже психиатр, но и занимается проблемами мозга. Как сохранить здоровье мозга дольше, то есть как нужно там и себя тренировать, и к миру относиться, и к себе. Ему задали вопрос о том... Наверное, не может быть, что все люди хорошие рождаются. Уже рождаются, значит, там, подлецы. Это важнейший вопрос. Да, это, кстати, очень интересно. Вот. Да. И он рассказывает, был проведен такой эксперимент с маленькими детьми. Значит, дети, которые до года, им показывали фильм, видеофильм. Их усаживали, значит, вот всех. Причем выборка там была какая-то большая, тысячи человек. Это американцы провели. Пару десятилетий назад, наверное, был этот эксперимент, если я не ошибаюсь. Им показывают фильм такого содержания. Значит, фигура красная, зеленая и синяя. Гора. Значит, зеленая фигурка поднимается по горе. Наверху стоит красная фигурка. Когда эта зеленая фигурка поднимается по горе, то красная сбрасывает ее вниз. И вот этой зеленой фигурке снова нужно подниматься по горе. Вот эти малыши, которые не ходят и не говорят, они смотрят этот фильм. И еще, значит, серия вот этих вот коротеньких. И вдруг в какой-то серии появляется синий человечек, который помогает, значит, красный человечек с горы толкает зеленого вниз, а синий его ловит и помогает ему снова подняться. И то есть, помогая ему, они, значит, взбираются на гору и с этого красного, значит, сбивают. И когда детям потом предлагают эти фигурки выбрать, они выбирают все 99,9% голубую фигурку, того, кто помог вот этому зеленому выбраться. Ура. Через какое-то время, проходит около года, детишек тех же самых сажают и предлагают им такой же фильм. И тоже им нужно выбрать фигурки. И тут уже идет разделение. Кто-то выбирает красную фигурку, там процент есть маленький, кто-то зеленую, кто-то синюю. Отсюда вывод, что это общество воспитывает так детей, которые еще не все понимают, они видят вокруг себя вот это. Исходно человек хороший, исходно в природе человек хороший. Человек хороший, значит, при правильном к нему отношении, при правильном воспитании, при правильном социуме. Болезни, травмы, социум, наркотики и прочее, десятое, примеры негативного воспитания. Исходно он хороший. Да.
Вот это вот как бы и было доказательство, вот, вот этим экспериментом они доказали, что в принципе все малыши, вот они вот светлые, они очень хорошие. Так у нас же что получается? Любой человек, я вот работал, проводил для спецучреждения, там подростки за колючей проволокой, но у них производство там свое, прочее, спецПТУ было. Я им просто дал повысыпаться немножко. У них с 6 до поздна работа, их не, им не дают спать, они там работают, агрессивные, они не разговаривают, у них свои лидеры там, ну, такие закрытые отношения и все прочее. Я просто договорился с начальником, что дадут им несколько дней просто утром досыпать. У них лица изменились, они стали вот улыбаться и вопросы стали задавать, ты понимаешь? У них стало проявляться человеческое начало. То есть я поэтому думаю, вот у нас, если все на самом деле занимаются сбросом лишнего напряжения, а это делают в любимом деле, а ключ помогает сбрасывать лишнее напряжение по механизму любимого дела, когда нет времени любимым делом заниматься, ты сделал несколько упражнений, сбросил напряжение, то же самое, то мы по существу занимаемся очеловечиванием. Потому что вот мы сбрасываем, и вот наш геном человеческий, природный, творцовый, творец, человек, он освобождается от шлаков вот этих напряжений, наслоений, ненужных стереотипов, шаблонов, страхов. Он становится творцом. Он освобождается. На самом деле человек творец, и вот то, что ты рассказал, это тест, который проводился, что дети изначально, даже больные выбирают именно это гуманистическое поведение для боли. Это говорит, что человек творец. Да. Это человек творец, и как на него сильно влияет среда. Да. Говорит, да. То есть вот в среде благодатной как бы и развиваются люди по-другому. Поэтому там и к школе тянутся. Значит, вы такую среду создаете, так намагничиваете поле, что вот... Вот я думаю, Христос почему? Ну, я не знаю, я не религиозный человек. Ну, по описаниям, Христос все-таки относился к людям, несмотря на то, что он там грешник, не грешник, он ко всем позитивно относился. Это надо так иметь такой мозг, такое сострадание, желание, такую любовь к человеческой природе, чтобы, несмотря на то, там провели кого-то или там кого-то камнями забить, он говорит, там, бросьте камень. Кто не согрешил. Ну, да, как... да, да, да. Вот это вот и у Булгакова это хорошо описано, что и у Шоа там всех называют добрым человеком. И тот его... Это очень редкие люди такие, очень редкие, но вот как бы хочется к этому стремиться. Это вызывает... То есть он на волне вот этого правильного понимания природной сущности людей. Он их видит, несмотря на то, что какие они сейчас деформированы. Да, да. Он видит их сердцевину, основу, что они хорошие. Да, может быть, он и сущность их видит, да? Настоящая, которая забита, затравлена, сломана. Это тоже вот можно. Это очень интересно. Спасибо тебе огромное. Вот видишь, как ты подарила мне два подтверждения. Первое, что оказывается, та идея мозгового штурма, которая у нас была в связи с ключом, решали проблему, как быстрее продвинуть науку человечности в мир, для сокращения кризисов, войн и болезней. Вторая идея, подтверждение об этих немецких исследованиях. Я, еще если коротко позволите мне, я расскажу еще про одного ученого, который тоже нащупал вот как бы то, что в ключе вы предлагаете. Он это нащупал, но правда предлагает всем один рецепт. Вот Манфред Шпицер его зовут, который занимается долголетием мозга и долголетием, как вот продлить себе жизнь. И вот он говорит, чтобы мозг хорошо работал, был пластичный, эластичный. То есть, на самом деле, технически мы можем до глубокой старости новое изучать и все такое. Нам не хватает эмоций. Если это подкреплено добрыми, хорошими эмоциями, то есть вот в этом сочетании, тогда вот это все учится, и мозг на это хорошо реагирует. Но я хотела сказать о другом. Он говорит о том, что человеку необходим спорт, все равно какой, кто чем занимается, необходимо творчество, рисование, музыкальный инструмент, в общем, что-то такое вот любимое. Даже язык учить можно начать, какой-нибудь там пойти куда-то на курсы, как Геральт Хьюта говорит, вот если пожилой человек 80 лет пошел на курсы китайского,
у него плохо получается. Но если он на этих курсах влюбился, значит, в молодую 60-летнюю учительницу, которая, или там, кто с ним вместе занимается, то есть процесс скорости совершенно другие начинаются. Так вот, вот Шпица говорит, если вы не можете решить какую-то задачу, вот у вас блокировка какая-то стоит или дикое напряжение, в лес. Вы идете в лес, потому что в лесу природа во всей своей полноте, во всей своей, значит, вот развернута, что называется, во всем своем проявлении. Этого мало. Вы должны бежать в лесу. Вот если вы бежите в лесу, у вас обязательно очистятся мозги, и придет какое-то решение. Значит, он всем заставляет, вот этот вот рецепт он всем выписывает, но он не знает вашего ключа, что для всех разное. Очень интересно, как вот как бы нащупывают вот, да, люди, которые ищут, понимают, что случилось, и пытаются что-то привнести, что может помочь людям вот, выскочить вот из этой ямы, как вот они созвучны в некоторых каких-то местах, это очень любопытно. Слушай, как хорошо и светло мне сегодня на душе, потому что ты такая молодец. Спасибо тебе огромное. Спасибо вам огромное. Спасибо. Хасай Магомедович, давайте подумаем, если вы говорили, что я слышала, что на немецкий ничего не переведено, давайте подумаем, что можно было бы предложить немецкой аудитории перевести. И, учитывая, что они люди очень практичные, что они все выполняют, если это им интересно. Подумайте, что можно было бы... Ты имеешь в виду книгу, чтобы издать. Книгу какую-нибудь вашу, да, попробуем ее здесь... Спасибо. Подумаем. Спасибо. Вот, вам большое спасибо. Да. До связи тогда. Я сейчас хочу тебя спросить, что ты хочешь, чтобы мы там выложили твои данные, какие ты мне пришли туда. На скайп прислать? На скайп. На почту Хорошо. На видео выложим. Ага. Хорошо. Всего доброго, хороших выходных, до связи. Огромное тебе спасибо. Всего доброго. Всего доброго.